друзья. Такое у меня короткое видео. Открыл барбершоп будет в Туле. Вот. И у меня такой короткий видосик. Если будет интересно, потом, конечно, более подробно это все освещу, покажу. Вот. Такая просьба к моим подписчикам. Извините, что давно не выходил в эфир. Вот. Но сейчас слишком занят, как говорится. Сейчас у меня больше тема такая вот барбершопная. И такая просьба, если не сложно, ссылку в описании видео сделаю. У нас идет голосование на лучший барбершоп города Тулы. Если проголосуете за Old Boy, буду очень благодарен. Вот. И можно голосовать, в принципе, каждый день, каждые сутки. То есть голоса учитываются, если кому не сложно, поддерживайте меня. Будет очень приятно. Вот. Пока идем на третьем месте. С вашей помощью, я думаю, что вполне можем на первое выйти. Так что, если кому не сложно, переходите по ссылке. В принципе, эту ссылку распространяйте, может, друзья у вас там есть, родственники. Будет приятно. Вот, и за ним можно будет смотреть. Это мой барбершоп в Туле. Я о нем, если интересно, более подробно расскажу. Вот, сейчас вот сижу, как говорится, выполняю функции администратора. Как у меня один администратор, и я второй, получается, администратор сам у себя. Вот, так что, кто в Туле из моих подписчиков бывает или проездом, может, живет, заходите в гости, буду рад. Так что всего хорошего. Все. Ссылка в описании. Заранее благодарю.